Медиагруппа «Армторг» награждает выдающихся представителей отрасли арматуростроения. Награда учреждена крупнейшим интернет-порталом о трубопроводной арматуре «Армторг.ру», медиагруппой «Армторг» и современным динамичным техническим журналом «Вестник арматуростроителя» в рамках содействия развитию отрасли арматуростроения. Это звание – способ выделить и наградить специалистов, способствующих укреплению российского арматуростроения. Звание «Арматуростроитель года» присваивается техническим специалистам, руководителям, а также лицам, внесшим значительный вклад в развитие отрасли арматуростроения. Тем, кто ежедневно, неравнодушно и стремительно внедряет новые технологии, совершенствуя свою продукцию, находит новые способы и проектирует еще более современную и долговечную арматуру. Производит продукцию, помогая отечественному рынку справиться со спросом на качественную, долговечную и конкурентоспособную трубопроводную арматуру. Итак, торжественно объявляем наших награждаемых. Арматуростроителями 2022 года стали Горохов Сергей Александрович, ГК «Маршал». Поздравляем! Ибрагимов Ренат Фаукатович, ООО «Арматурный завод». Поздравляем! Это очень важная, конечно же, для меня премия в моей жизни. Это, конечно же, я думаю, что я ее не заслуживаю, не достоин ее. Но иногда смотришь, что какой объем работы мы выполняем, и что мы делаем, изготавливаем различную арматуру. Она стоит на серьезных трубопроводах и на северах, и понимаю, что, в принципе, наверное, да. Я очень благодарен, да, вашему журналу и редакции, что вы смотрите и видите, что происходит на рынке, уделяете этому внимание и независимо оцениваете участников нашего рынка. Мещеряков Максим Михайлович, завод «Армопром». Поздравляем! Добрый день! От лица Староскольского арматурного завода «Авангард» хочу высказать слова благодарности журналу «Вестник арматуростроителя», а также интернет-порталу трубопроводной арматуры «Армторг» за такую высокую награду в номинации «Арматуростроитель 2022 года». Это уже не первая наша награда, и мы рады, что снова стали победителями. Это в очередной раз означает то, что мы занимаем достойную позицию на рынке трубопроводной арматуры, продолжаем двигаться в нужном направлении. Данная награда – это заслуга прежде всего нашего коллектива. Какой бы трудной ни была сегодня геополитическая обстановка в стране, мы не должны забывать о своих сотрудниках, главной ценности нашего предприятия. Мы как одна большая семья, где каждый человек чувствует свою значимость, ощущает командный дух и вносит огромный труд достижения общих целей. У нас есть уверенность в будущем, мы выпускаем востребованную продукцию, а главное качественную. Совершенствуем ее для этого, покупаем современное оборудование и повышаем эффективность производственных мощностей. Наш долг – быть полезными стране, ведь мы уже четверть века производим продукцию, которая не только зарекомендовала себя с хорошей стороны, но и помогает справиться с импортозамещением, ушедшие с российского рынка зарубежные трубопроводные арматуры. Синодов Евгений Юрьевич, ООО «Астима». Поздравляем! Звание «Автор года» присваивается техническим специалистам, инженерам, проектировщикам, всем неравнодушным к отрасли и работающим в ней специалистам, которые с радостью делятся своим опытом, описывают возможные проблемы и ситуации в работе и обслуживании трубопроводной арматуры, а также дают актуальные рекомендации по их устранению на страницах нашего журнала. Авторами 2022 года стали
Афоничев Дмитрий Валерьевич, ООО «ПП Мехмаш». Поздравляем! Гилеп Павел Александрович, ООО «Паровые системы». Поздравляем! Ефимов Евгений Владимирович, всем знакомый под псевдонимом Марк Ефимов. Поздравляем! Здравствуйте! Хотел бы поблагодарить редакцию журнала «Весь арматур строителя» и «Артур» за проявленное доверие, за их оказанное уважение ко мне, как автору, около 50 статей для журнала. Какие-то на различные тематики, не только о мире арматуростроения, стараюсь добавлять периодически новости различными новостями из мира техники, чтобы статьи были очень интересными для читателя. Статьи я пишу уже около 9 лет для журнала, сотрудничая с ним. Писал около 5 статей и преимущественно под псевдонимами. Очень благодарен всем тем, кто помогал мне, человеку, которого с нами нет, это Илью Дашева. Именно он был лучшим человеком, где мы начинали вместе мою деятельность для журнала сотрудничества. Также хотел поблагодарить я своего партнера, основного главного партнера. Это завод МИД, Вараштин, Хорватия. Работаем уже больше 10 лет. Сотрудничество наше очень плодотворное. Сейчас на заднем фоне видите правда затвор B10 отлитый на предприятии МИД Хорватия. Сделал случился одного из крупных заказчиков. То есть я очень рад, что это развивается, то, что есть такие возможности производства специальных арматур, которые делает мало кто в мире. Я уверен, но очень надеюсь, что сотрудничество продолжится именно в плане производства, в том числе таких интересных арматур, на которых, возможно, выйдут мои новые статьи для журнала «Весь арматур строителя». Всем спасибо за внимание. Спасибо. Медиагруппа «Армторг» и редакция журнала «Вестник арматуростроителя» выражает свое признание и благодарность награжденным. В 2020-2022 годах награда принимает особо важное значение как акцент на сильных позициях в отрасли, тех руководителей заводов, самих заводов и предприятий, которые, несмотря на частые изменения в политике, экономике, в отрасли и в мире, продолжают активно вносить огромный вклад в развитие арматуростроения в России. Thank you.